Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Владельцы этого имени обладают высоким интеллектом, творческими способностями. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. В любви требуют уважения, но часто портят отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Главные качества личности – динамичность, справедливость, любовь и участие к миру вокруг. Этих людей отличает богатое воображение и широта взглядов, способность понять и принять окружающих со всеми их недостатками. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.